Акции памяти о погибших на фронтах Великой Отечественной войны прошли в разных уголках Дагестана без преувеличения. Весь регион поддержал акцию «Свеча памяти». Детали у Любавы Масловой. В Дербенте состоялся митинг памяти погибших на полях сражений у памятника воинам 345-й Дагестанской стрелковой дивизии. Также там прошла церемония возложения цветов и зажжения символических свечей. Для собравшихся выступили студенты местного музучилища, учащиеся городских и районных школ, воспитанники детских садов. Они прочитали стихи, спели патриотические песни. Подвиги дедов и прадедов почтили и в Избербаше. Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла у мемориала «Вечный огонь». Участие в акции приняли более 500 человек. Акция «Свеча памяти» стартовала и возле памятника боевой славы в райцентре Дахадаевского района. Знаменитый голос Левитана, возложение венков к вечному огню и зажженные свечи в виде надписи «Мы помним». Все это в память о героях тех лет, павших на фронтах Великой Отечественной. Почтили память погибших и в Унцукульском районе. В годы войны на деньги, собранные его тружениками, была создана танковая колонна имени Шамиля и эскадрилья самолетов имени Махача Дахадаева. Унцукульцы собрали в помощь фронту 3 миллиона рублей. Люди отдавали самое ценное, а все ради победы над врагом. В Хунзахском районе в селении Цада у мемориального комплекса «Белые журавли» также прошел памятный митинг в День памяти и скорби. Собрались все жители села. Они отмечали, эта война стала общей болью для всего народа. Присоединился к акции «Свеча памяти» и детский сад «Орленок» селения Кака Ахтынского района. Главная ее цель – сформировать у детей патриотические чувства и привить уважение к героическому прошлому своего отечества. Любава Маслова, Вадим Шамхалов и Юсуп Газиамаров. Время новостей.